Надежда Савченко назвала АТО, которое проводят в Донбассе, бардаком. И призвала закончить операцию как можно быстрее, вернее, она сказала, закончить этот бардак как можно быстрее, без всякой дальнейшей войны. Депутат Верховной Рады, который в последнее время пулеметной очереди выпускает свои громкие заявления, также предложил легализовать ношение оружия на Украине. Она считает, что таким образом можно урегулировать ситуацию в стране. Есть такая военная поговорка. Если беспорядок нельзя остановить, то его надо возглавить. Поэтому закон об оружии сейчас в таком состоянии, что нам нужно возглавить то, что и так уже есть у людей на руках. Савченко также сказала, что не держит обиды на Россию. За время, проведенное в тюрьме, она научилась прощать, а если бы держала зло, то сошла бы с ума и сгорела изнутри.